Раньше у нас кто-то не был. Да, и у меня здесь раньше не было. Вот такой медленный старт. Очень удобен. Да. Вот тут уже тяжело. Да. Вот так вот, да. Давайте. Чуть-чуть. Раз, два, три. Нет, так не получится. Раз, два, три. Ready, go! Winner. Ready, go! Thank you.
Закрываем большие пальцы. Захват выравниваем чуть-чуть. Плечи. Ready. Go. У меня с ними вообще нет солнца. А левую. Кисть подкручена. Тоже кисть. Ready. Go. Стоп. И на... Да, и у меня здесь раньше не было никогда. Потому что не было, потому что переехали. Если я тебя медленно буду делать, ты меня выбьешь спокойно. Я буду тебя держать тебя жестче. Тут еще будут сразу. Вот и конь. Раз, два. Палец даю. Как с тобой убить просто палец? Неадекватный. Раз, два. Так захотел вспомнить это. Вспомнил немного, что-то связки вспоминаю. Раз, два, три.
схватиться. У меня засвачиваются, у меня руки уже вот так ползут чисто. Энергисти встал. Сейчас уже нет. Блин, старборд. Он очень сильный. Блин, я старый болю, он очень сильный. Это может быть оба. Рука не хочет. Не все хрустит, все там старый. Забил, скорее всего. Уже умер. Thank you.
я, короче, тогда да, может, полегче. Алина, я первый поставлю. Под нее делай. Маша! Мага, подойди. У меня же не болит, Мага, подойди. А лево тем более много. Вообще болит. Все на кисти брос проиграет. Теперь смотри, ты работаешь вот такую амплитуду, ты не работаешь без задачи, ты работаешь вот. А вот теперь у тебя нагрузка пошла другая. Да. Хотя я что, я делал, просто держу такую. В принципе, эта короткая амплитуда работает, хотя вот она работает. Немного провернули не кистью, а вот так. Так. Я вот так стою всегда. Чего там с ровно? И с ровно начинать. А, это я делаю, только я по-другому чуть-чуть. Наклона нет. Делаю почему так, что максимально стараюсь грузить именно мышцу. Коробка там пидор. И видишь, у тебя нагрузка уже начинает под лучевую постоянно. Да. И теперь сам прогнись, как я. И вот делай вот так. Но поднимать вот до сук. Типа опускай. И теперь поднимай. То есть смотри. Весь прикол, вот вы делаете упражнение, потом говорите, я слышал от некоторых правил, очень много включено. Это уже зависит от твоей чистой антропометрии. То есть как ты борешься туда и точно. То есть, например, у меня глубокий ключ, я могу так делать. Так делать это все. Сложнее. Так она тренирует на кому сейчас задействует в этом плане. Но тебе же помогает. Сейчас в чем мы немного. Делаем вот так. Поставим вот так. И поставим тебя так же, как я тебя говорил. Немного впереди. Немного. А расслабляю. Да. И вот отсюда ты начнешь делать. Вот так. То есть ты немного. И вот здесь ты можешь еще и вкручивать. То есть, да. Максимум.
просто, знаешь, не на каждый день упражняй, но разбавить это нормально.